Привет, друзья! Сегодня я бы хотел рассказать о самых полезных мобильных приложениях для iPhone, для гитариста. То есть вот я реально постоянно пользуюсь сам всякими приложениями, постоянно играю на гитаре. Вот. И я именно выбираю приложения, которые оптимальны. Ну, то есть я где-то год, года три даже уже, всякими приложениями пользуюсь, и вот в каждом приложении очень много недостатков. И я вот нашел оптимальные приложения и самые лучшие, на мой взгляд, опять же, но я так смотрел вот на YouTube видео, и нигде все какие-то разные приложения рекламируют, может, это реклама какая-то, я не знаю, но вот те, которые я вам скажу, это действительно самые лучшие, на мой взгляд. Ну, поехали. Первое, самое важное приложение для гитариста – это тюнер, то есть настроить гитару. И тут существует куча тюнеров различных, просто их нереальное множество. И вот я пользуюсь вот таким, Instuner. Заметьте, что вот у меня на главном экране iPhone, я не знаю, вот есть люди, у которых пустые тут места есть, то есть я стараюсь все оптимизировать, то есть максимально на главный экран вынести приложение, которым я пользуюсь чаще всего. Вот. И вы видите, что два приложения у меня, вот этих вот Instuner и Metronome, они на главном экране, то есть это говорит о том, что я постоянно ими пользуюсь. Вот. Начнем с Instuner. Все приложения, все ссылки будут в описании, то есть на эти приложения, чтобы вы могли скачать. Они все бесплатные, у них у всех есть платная версия, вот, но изначально они все бесплатные, и в бесплатном варианте они отлично работают. Это тюнер, это хроматический тюнер. То есть отличие его от остальных в том, что он по нему можно настраивать любой инструмент, вообще любой. Можно проверять ноты на клавишах, голосом. То есть этот тюнер работает абсолютно с любым инструментом. И он достаточно точный. То есть вот видите, я что-то говорю, вот, и он достаточно точно показывает. Я сейчас попробую, у меня тут гитара есть. Сейчас сыграть попробую чуть-чуть. Так. Вот смотрите, нота ми. Си чуть-чуть. Вот, ну и так далее. То есть он ловит любые ноты. Причем это открытые струны гитары. А можно взять какую-нибудь вот такую, например. А, это си я взял. А вот, допустим, си бемоль. То есть, видите, этот тюнер можно, любые ноты может показывать, по нему можно строить и духовые инструменты, то есть любые. Вот, даже барабаны. Плюс, у него есть такая фишка, то есть можно сделать тон-генератор, и нажимая, он выдает звук. А, это так тихо, потому что вот это мы меняем октаву, то есть вот этими циферками, а тут меняем ноты. То есть это сделано для того, чтобы можно было что угодно настроить на слух по этому звуку. Это очень удобная вещь, кстати, потому что вот я пытался барабаны, например, настроить, и включал прям этот звук, и под него настраивал рабочий барабан, то есть именно по ноте. То есть когда есть такая задача, допустим, настроить барабан по ноте. Что тут еще сказать? Удобный интерфейс, очень красивый тюнер, ну действительно профессионально сделан. Причем я его нашел, то есть сначала я искал метроном хороший. И я нашел вот этот метроном, который я вам сейчас покажу. Вот. И там есть такая ссылка, что эта фирма делает еще, какие приложения еще делает эта фирма. Я начал смотреть и нашел там еще много прикольных приложений. И в том числе вот этот тюнер. И он действительно оказался хорошим. Переходим ко второму приложению. Это метроном. Второй по важности. С метрономом советую всем заниматься. И на гитаре, и вокалом даже можно с метрономом заниматься. Потому что петь ритмично — это тоже очень важно и очень нужно. Вот. Ну и барабаны — это уже просто невозможно без метронома заниматься. Ну и гитара. Вот я постоянно занимаюсь под метроном. Почему именно этот метроном? Это называется Pro метроном. Тоже ссылка на него будет.
Значит, у меня была такая задача, то есть есть много метрономов, но мне нужно было, чтобы я записывал трек, то есть, допустим, я писал, у меня, допустим, 10 треков нужно сыграть, вот, и у каждого есть какое-то название, и у него есть определенный темп, вот, и вот каждый трек мне нужно было записать определенный ритм с определенным названием, чтобы потом просто переключать, вот. И я не смог найти реально, ну, сейчас уже появились, наверное, но где-то года два назад я не смог найти ни одного метронома, где можно составлять вот такую вещь, как сет-лист. Здесь же, вот, например, весь сет-лист, и тут можно разные сет-листы делать, то есть это дефолт. Тут есть группа другая, там, 11, вот у них тоже я забивал. То есть включаешь, нажимаешь, все, он поехал. Другой нажимаешь, тоже. То есть все это записано, можно делать на каждый трек, на каждую запись, делать разный звук метронома, то есть разный размер, разную скорость, ну то есть все можно менять, вот. Плюс можно, я нашел какой-то метроном, где тоже можно такой трек-лист составлять, но в нем нельзя ничего редактировать. То есть, если ты неправильно что-то сделал, тебе нужно удалять трек. И я вот не помню, по-моему, там даже порядок нельзя было менять. Здесь же... Так, это создать. Сейчас. А, вот. Здесь же можно все это делать. То есть, вот есть кнопка Edit. Нажимаешь, можешь вот менять местами. Редактировать название. То есть, все можно делать. То есть, куча возможностей вот по трек-листу. Это очень удобно. Плюс есть такая функция, я не знаю, я ей не пользуюсь, но мне кажется, кто-то может пользоваться. Stage Mode. Эта функция, она позволяет вот в таком виде это все видеть. То есть сразу. Это когда на концерте играешь, то есть кладешь, например, телефон на куда-то рядом, и просто сразу ты видишь, чтобы быстро переключаться. Раз, нажал, поехал. Это. Вот. И можно так подряд прям идти. Тут написано название песни. Если вдруг, допустим, сет-лист поменялся, то есть... порядок песен поменялся вдруг в течение концерта, ты можешь сразу посмотреть, что за песня написана. То есть очень удобно. Так, сейчас, как отсюда выйти? Сейчас посмотрим. А, вот, quit. Вот. Ну и плюс стандартные функции, то есть можно набивать темп, какой хочешь, чтобы... Ну, допустим, слушаешь песню, под нее примерно набил, а потом уже подгоняешь поточнее. Я так обычно делаю. Потом настройки, тут можно менять звук, то есть, сейчас я помедленнее сделаю помедленнее, а то бесит. Вот такой 60 ударов в минуту. Но тут прикольно, кстати, еще этот метроном чем хорош, у него очень приятный звук. Вот этот звук, он реально не бесит. И он пробивается сквозь громкие барабаны или сквозь громкую музыку. То есть его реально слышно. Вот. А если дома, например, занимаешься, чтобы не бесил, да, все-таки такой пикающий он бесит, то я обычно включаю вот такой вот звук хай-хета. То есть очень прикольно под него заниматься. То есть он создает такой эффект живости. Вот. Что еще вам сказать? Ну, тут вы сами видите, что тут куча всяких кнопочек, тут очень много всяких настроек. Вот. А, можно еще даже на этом метрономе вот такую вещь делать. То есть, допустим, вот можно выделять, естественно, сильную долю. Вот. Но вот на этом конкретно звуке, на каждом звуке свои разные изменения. То есть здесь, например, можно сделать бочку и рабочий. Просто изменив два барабана. Вот. Это прикольная вещь. То есть можно даже под ритм поиграть. Под примитивный, конечно, но под ритм. И вот в обычных, там вот мне вот этот звук просто больше всего нравится. Вот. Под этот звук можно сильную долю, например, выделять. Вот, можно вообще убирать. То есть это для того, чтобы тренироваться, чтобы одна доля пропадала, как пауза, а вы в этот момент играли. Вот. Также можно менять размеры быстро, вот тут специально это сделано. Триоли тут, ну, различные, в общем. Вот. Можно бит менять 3/4, там 5/4, как вы хотите.
Вот. То есть ноты, какими вы будете играть. То есть очень много возможностей, очень много функционала. Такого метронома, вот эта кнопочка переворачивает его, чтобы вот так выглядел он. То есть сбоку. То есть вот этот метроном, я реально лучше, я еще не увидел. То есть еще не нашел. Если вы знаете лучше метроном, можете написать в комментариях. Поехали дальше. С настройки гитары и с ритмом мы разобрались. Теперь менее важные приложения, но тем не менее очень крутые. Хотя насчет важности не уверен. GarageBand – это вообще крутое приложение. Вы его, наверное, знаете. Оно платное, оно дорого стоит, но это очень крутое приложение. Я вам сейчас покажу, что я записывал. То есть есть такой проводок Guitar Rig. Сейчас я вам его покажу. Если быстренько найду его. По-моему, он... Хотя вы, наверное, не увидите. Тут такой цвет темный экрана. Короче, да, вы, наверное, не увидите. Ну, такой вот iRig. iRig. Вот такой вот проводок. Это значит провод, он с его помощью можно подключить гитару к телефону. И вот я подключал гитару, и вот в этой программе GarageBand я записывал песни. Ну, я вам сейчас покажу, например. Так, сейчас, секунду. Ну, допустим, вот это вот. Блин, обновление песни какое-то. А, видимо, она удалялась. Сейчас посмотрим. В общем, подключаешь гитару, тут есть куча всяких комбарей. Вот. И записываешь по треково практически как на компьютере. Тут есть умные барабаны, умные гитары, клавиши, струнные инструменты, всякие виолончели. Вот. И реально очень круто звучат. То есть для телефона. То есть можно какие-то демки писать, можно барабаны писать. Сейчас вот я не знаю, что он так грузится долго. Я что-то не подготовился, не проверил заранее. Видимо, я удалял этот трек, но он у меня сохранен был в облако. Так, ну ничего, зато это настоящее живое видео. Так, поехали. Вот сейчас сначала включу. То есть вот гитара как звучит. Я ссылку на этот трек, она есть ВКонтакте у меня. Я, наверное, скину, и чтобы вы послушали в хорошем качестве. То есть в этом треке я писал барабаны электронные, бас электронный, какие-то там еще клавиши есть электронные, но все гитары, все вживую. Вот. То есть это супер приложение. Вот, допустим, тут можно вот перейти в мою песню. Мне сейчас, наверное, напишут, что места нету. Ну, то есть вот тут есть... Я просто иногда ее включаю в фоновом режиме. Вот ставлю для комбика вот такое приложение и на гитаре, и включаю музыку ВКонтакте, например. И включаю гитару, и под нее занимаюсь, то есть под музыку, с помощью этой программы. То есть тут можно много чего делать, это очень крутая программа, очень советую. Я вот не пожалел, что потратил денег, но единственное, нам места много занимает на телефоне, но ничего страшного. Так, переходим, это уже третье приложение, переходим еще, вот у меня два приложения, вы тут видите. По важности, я иду по важности. Guitar Master. Я им не часто пользуюсь, честно сказать, но приложение неплохое. Я даже купил платную версию. Тут тоже есть сразу тюнер, где можно вот так нажать. Но мне здесь не понравилось то, что здесь нельзя. Она сама, я не знаю, может, я не разобрался, как это делать. Но чтобы постоянно она играла одну струну, чтобы ты мог настроиться, чтобы тебе каждый раз не надо было нажимать ее. Не знаю, я что-то не увидел, как это делается. Вот. Потом здесь также есть метроном. Вот, кстати, о чем я говорил. Большинство метрономов, они вот такие. То есть нет ни сет-листа, ничего. То есть просто ритм забиваешь и все. И набить можешь ритм. Больше тут ничего нету. Вот. Также есть scales. Это значит шкала. Тут забиваешь тональность. Так, сейчас это лады выбирать. Тут забиваешь тональность. Вот, выбираешь тональность. Мажор, там гармонический мажор, допустим, вот мажор. Ля мажор. Так, сейчас, секунду.
Минор, мелодический минор. Вот. Так, а ноту где выбирать? Ноту где выбирать? Так, сейчас. Где выбирать ноту? Ну, я говорю, я им не часто пользуюсь. Вот, так, тут ля минор. А, вот, тоник, тональность. Наверное, это она или нет? Неудобно, телефон стоит. Так, как тут выбрать-то? Почему-то ля минор все. Все в тональности ля минор показаны, все лады, то есть это лады музыкальные. Ладно, я не буду сейчас разбираться, время тратить. В общем, сами посмотрите, я этим не особо пользуюсь. Вот, но на грифе гитары тут как бы показаны все ноты в каждом ладу, какие можно использовать. Вот, я больше пользуюсь вот этой вещью. Это значит аккорды, хордс. То есть выбираешь ноту, от которой нужен тебе аккорд. Вот их тут всего 7 и еще 5 полутонов, то есть 12 нот. То есть 12 аккордов всего, грубо говоря. И есть минорный, мажорный, септ аккорды и так далее. И вот накажут, допустим, нота до С. Вот классический С мажор, потом С минор, и пошли С7. И показаны табулатуры, как они зажимаются. СМ7, С маж 7. Так, что не играть? Играть. Тормозит, что ли, телефон, не пойму. Да. Нормально он протормозил. Вот, то есть все их можно проиграть, как они звучат. Единственное, скажу сразу, что некоторые аккорды, тут постановки такие написаны, что их просто нереально сыграть. То есть, я не знаю, недоработаны еще. Но, может быть, они доработают. Некоторые аккорды просто можно сыграть совершенно по-другому, и они будут звучать лучше. Но тут написаны какие-то такие постановки нереальные, космические. Вот. Но все равно помогает, то есть сразу найти аккорд, который нужен. Потому что вот эти все аккорды, А-АУК или А7 СУС. Многие люди их не знают просто, как они зажимаются. Они видят где-то в песне Розенбаума, хотят сыграть и не знают, что играть вместо этого аккорда. Вот. Ну и тут есть какой-то еще функционал, честно говоря, тут какие-то соревнования. Но вы видите, что приложение сделано достаточно круто. То есть даже по дизайну оно достаточно прикольно выглядит. Вот. Поэтому советую скачать, посмотреть. У него есть бесплатная версия. В бесплатной версии, по-моему, доступны только какие-то несколько аккордов, а чтобы все посмотреть вот эти вот все вариации, это уже платное. Я его купил, вот, в принципе, не жалеет, оно не очень дорого стоит. Ну и последнее приложение, я им тоже редко пользуюсь, но все-таки пользуюсь. Знаете, в какие моменты? Я этим приложением пользуюсь, когда меняю струны на гитаре, и по тюнеру настраивать сразу плохо, потому что там начнешь одну струну настраивать, другие расстроены. И, во-первых, попасть сложно там, дотянуть по тюнеру. А во-вторых, можно порвать даже струну, если остальные не натянуты, а ты одну тянешь первую. Вот. Поэтому я вот пользуюсь таким приложением. Ну, таких приложений много, но я почему-то это выбрал. Вот, изначально. Вот. И тут, вот видите, струна постоянно играет. То есть постоянно ты можешь ее подстраивать. И вот так каждую. То есть она сделана только для гитары. Ну и тут есть какой-то функционал. То есть можно выбирать тоже мажор. Он показывает. То есть он аккорды показывает. Вот написано циферками, как они играются. И можно его проиграть. Вот. Ну, такое приложение не особо крутое. Я бы не сказал, что оно прям супер, но вот я им пользуюсь только ради одного, чтобы настроить гитару после того, как поменял струны. Вот. Можно, конечно, это на компьютере нажать, на клавишах, еще на чем-то. Ну, я постоянно с телефона всегда с тобой, и всегда ты можешь это сделать. Вот, в общем-то, таких вот сколько получилось? 5 приложений. Но выделю из них, конечно же, 3. Это вот Инстюнер, Про Метроном и GarageBand.
это просто лучшее приложение. Ну, GarageBand, чтобы пользоваться в полном объеме, скажем так, нужно будет купить Guitar Rig, вот этот iRig провод. Но он стоит не очень дорого, его можно заказать на AliExpress, еще где-то там. В общем-то, вот такие приложения, то есть вот эти три приложения, это действительно я долго отбирал. Ну, GarageBand его отбирать не пришлось, но вот тюнер и метроном я реально очень долго искал. Это лучший тюнер и лучший метроном. Вот. Можете со мной поспорить в комментариях, пишите, если вам известны более крутые программы. Вот, это все для айфона, естественно. Не знаю, есть ли, кстати, эти же приложения на андроиде. Тоже напишите в комментариях. Не уверен, что все эти приложения есть. Ну, GarageBand, скорее всего, нету. Вот, но вот Metronom Tuner, интересно, есть ли на андроиде. Спасибо за внимание, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока!